Возле Минздрава сегодня протестовали женщины. Около 100 представительниц государственной и местной власти требовали отправить в отставку министра здравоохранения Ульяну Супрун и признать медреформу неконституционной. Среди участниц этого митинга были депутаты, мэры, адвокаты и врачи. Сегодня вся страна сидит. Люди без вакцин, без лекарств, без гемодиализа, без инсулина. Такого отношения к людям, которые нуждаются в медицинской помощи, не было в Украине никогда. И поэтому женщины Украины поддерживают требования оппозиционного блока по отмене антиконституционной реформы здравоохранения и по отставке непрофессионального министра здравоохранения. Профессора, у нас есть адвокаты, у нас есть защитники права, у нас есть главные врачи. То есть у нас такой состав женщин есть, которые в состоянии дать правильные комментарии по происходящему и дать те рекомендации, по которым я считаю, что стоит прислушаться, для того, чтобы потом действительно внедрять какие-то этапы, реформы. Нельзя просто взять и забить гвоздь в крышку гроба украинского народа.